Снимаю на видео со вспышкой брелок-подвеску. Редкий, такой яркий, стильный. Состояние практически нового. То есть он выходил один два раза. Не подошел хозяйке к гардеробу. Это был подарок. Вот, с одной стороны надпись Made in Italy. С другой стороны карабинчик Louis Vuitton. Позолота нигде не облезла. Все в порядке. Вот такие мелкие красивые подвески. Также в идеальном состоянии. Это не царапина, это фактура металла, которая всегда присуща фурнитуре Louis Vuitton. Если буду снимать без вспышки, то вот таких вот мелких черточек видно не будет. Снимаю со вспышкой, потому что все было хорошо, видно все детали.